красиво, и богато наша родина, ребята. Долго ехать от столицы до любой ее границы. Конкурс «Я гражданин России» проводится в Великомостюге в первый раз в рамках правового воспитания молодежи с целью поддержки талантливых детей. Участники конкурса – воспитанники детских садов и ученики школ Великоустюгского района. Выступления проводятся по четырем номинациям. Декоративно-прикладное искусство, рисунки, вокальные номера и стихи писателей и поэтов. В каждой номинации и в каждой возрастной группе будет выделен определен победитель. Всего на конкурсе выступили более 200 детей со всего района. Большинство пришли со своими родителями, а 7 школьников из Морозовицы поддержала их преподаватель. Это очень прекрасное мероприятие, нужное мероприятие, потому что патриотическое воспитание должно быть на первом месте у детей. И мы с удовольствием подготовились и показываем себя. На сцене ребята исполнили стихи и песни, знакомых многим с детства авторов, рассказывающие о родине и о том, что такое родина для любого устюжанина и россиянина. Каждого выступающего публика встречала и провожала аплодисментами. Наталья Вашевская, Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».